Вот уже второй день подряд жильцы 58 домов Ленинского района Ульяновска вынуждены сидеть без тепла и горячей воды. Причиной этому стало прорыв трубы в районе улицы Гагарина, 22. Из-за аварии без главных источников тепла остались десятки тысяч человек, а также школа и детские сады. На данный момент на участке устраняют последствия чрезвычайной ситуации, а именно производится монтаж новой трубы длиной 8 метров. По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Андрея Ворожецова, работы планируется завершить к 3 часам дня. Проводятся работы на трубопроводе ПАУ-Т+. На сегодняшний день дома, которые находятся здесь в округе, находятся на пониженных параметрах, снабжаются через обратный трубопровод, через отопление. Однако, по словам самих пострадавших, никакого тепла и горячей воды в их дома не поступало. Авария случилась примерно в 10 часов утра вчерашнего дня. Вечером работы велись, значит, но на 7:30 утра ни одного человека на данном объекте не было. Значит, обещание до 11 часов подать теплоноситель, это, в общем-то, значит, требует контроля. Значит, и, конечно, это займет для приведения в нормальные, надлежащие режимы, потребует еще определенного времени, то есть как минимум до вечера. Ульяновская правда будет и дальше следить за развитием ситуации. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.